Господин Демир, здравствуйте. Вы должны были отправить адрес, но до сих пор не отправили. Что делаете, восхитительные двоицы? Ну, что ты сделал? Вышло что-нибудь из списка? Из какого списка? Нет, ничего. Не подслушивай. Ну что, вы делали? Ты знаешь, братец Угур влюбился. Что? Влюбился. Ой, Кю. Ничего такого. Разве не в школе были? В школе. Он пока меня ждал, влюбился в одну девушку. Не понял, ты что, в учительницу влюбился, что ли? Нет, ничего такого. Ой, Кю, я начинаю злиться. Ну, теперь понятно про твою школьную страсть. Или лучше сказать, любовь. Нет, ничего. То есть, ничего такого нет. Не глупи, это ведь ребенок. Аллах, Аллах. Ну, конечно. Дорогой, в конце концов, любовь не что-то плохое. Угур, что такого? Почему ты скрываешься? Ответь ей. Ты ведь только что сказал, что любовь — прекрасное чувство. Не глупи. Так долго звонит. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я говорю, сестрица Джордан. Она звонит. Ой, Кю. Сестра Джордан, это я. Папа... Нет меня, нет меня. Папа в туалете, поэтому я ответила. Хорошо, я как раз с тобой хотела поговорить. Как ты? Очень хорошо, а ты как? Я тоже хорошо. Сестрица Джордан, я очень сильно по тебе соскучилась. Я тоже по тебе соскучилась очень сильно. Как новая квартира? Новая квартира? Очень хороша, очень. Я рада. Ой, Кё, я хочу прийти и повидаться с тобой. Твой отец должен был отправить адрес, но не отправил. Ты мне скажи, а я запишу. Адрес... Алло? Ой, ты там? Минутку, сестра Джордан. Какой адрес? Тихо ты! Сестрица Джордан, а я не запомнила еще адрес. Папа, когда выйдет из туалета, он тебе сообщит. Ты что, не смогла запомнить? Что ты делаешь? Алло? Ой, ты? Что делаешь? Зачем отвечаешь? А ты чего выключаешь? Не говори, почему берешь мой телефон? С вашего позволения, я пошел. Вы продолжайте. Ты почему выключил телефон, когда я говорю сестрице Джордан? Очень стыдно. Какой стыд? Стыдно твое поведение. Почему берешь телефон? Как хорошо поговорили. Я сейчас начну. Хорошо, не говорили. Не говори. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.